Станом на сегодня зарегистрировано... По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное дело о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. В 198 уголовных делах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и Службы безопасности Украины остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности и государства и связей, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к их руководителям. Каждый такой вопрос получает должный ответ. Сегодня я принял решение об устранении с должности генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины.